Между тем, водители региона за два месяца 2020 года нарушили правила ПДД более 100 тысяч раз. Автолюбители области пополнили государственную казну почти на 90 миллионов рублей. Однако камеры оказывают поддержку не только бюджету, но и помогают снизить аварийность. Здесь в первую очередь планируется дальнейшее развитие системы, кто бы что ни говорил, а это является одним из самых мощных сдерживающих рычагов, особенно в условиях сокращения личного состава госавтоинспекции. Это один из самых, повторюсь, мощных сдерживающих рычагов, которые принуждают водителей транспортных средств следовать требованиям правил. Сейчас в области 120 комплексов фото-видеофиксации, из них 76 стационарных и 40 треногов.